Всем привет, мои дорогие друзья. Мы, собственно, да, продолжаем проходить игру Shadows of the Damned. В прошлой серии мы с вами убегали от этой сумасшедшей, как говорится, блин, я помню. В общем, вот отключились это конец, я так понимаю, третьего или второго акта, второй главы или третьей главы, я не понял. Вот мы здесь с вами провалились, помню. Так, что у нас тут? Смотри, что у нас тут. Но ведь этот парень был почти несокрушим. Нет, он был слаб. Видишь, что от него осталось? Если ты силен, то в кучу фарша обычно не превращаешься. Этот Полирун столкнется с настоящим охотником. Этот демон совершенный безумец. Не будь так суров к этому парню. Может, его в детстве мамочка не обнимала. Или он переиграл в видеоигры. Да, но все равно есть небольшая разница между социально неадаптированным и, дорогая Эбби, я только что сожрал свое сердце. Здесь.
Ох ты ж, блядь! Thank you.
отлично. Он сдох. О, камень. Эй, давай-ка внимательно посмотрим на тот плакат. Плакат? Зачетно. Нуля в кетчуп. Не нуля, а таких... Что такое? О, дай-ка, дай-ка! Мать моя жемчужина! Да это же поцелуй ангела! Что это такое? Это же самый горячий ночной клуб во всей преисподней. Девочки там раньше делали самые обалденные минеты, а потом мы с ними трахались вовсю в их гнездышках. Ну, правда, это когда у меня была еще кое-какая плоть. Джонсон, это пиздец. Просто дай мне телефон. Этому стояку нужен помощник. Вот такая реклама мне нравится. О, давай вдуем. Чего? Ну, я даже не знал об этом. Нихера себе вштырило. Окружены огромными адскими обезьянами. Они нас уделают, если мы подойдем ближе. Быстрее, давай меня к телефону. Сейчас. Доверься, Гарс. Кому нахрен телефон? Спасибо за звонок поцелуя ангела, милый. На мне сейчас ничего нет, кроме улыбки. А как? О, боже мой, 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 боже мой! Ни хрена какая бандура. Это большой стояк. Что ж, Джонсон, направим-ка его в нужное русло. Ага, почему этих обезьян? Получай. Отлично! Я не понял. Вот так, отлично. Не взрываешься. Тебе нравится, да? Да, отлично! Отлично! Получай.
блядь! Отлично! Получай! Где еще? Ты хрена? Ой! Получай! Тебе нравится, да? Сосни хуйца! 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 Отлично! Сосни хуйца! Вот так, отлично! Блин! Отлично! Получай! Отлично! Получай! Ой-е! Получай! А, блин! Ладно. Прикольная штука. О, мы окружены огромными адскими обезьянами. Они нас уделают, если мы подойдем ближе. Быстрее, давай меня к телефону. Сейчас. Доверься, Гарс. Спасибо за звонок поцелуй ангела, милый. На мне сейчас ничего нет, кроме улыбки. А как? О, боже мой, 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 боже мой! Вот это большой стояк. Что ж, Джонсон, направим-ка его в нужное русло. Отлично! Вот так, отлично! Сосни хуйца! Да, отлично! Ты чё, не... Получай! Да! Отлично! Получай! Отлично! Ой-е! Получай! Да? Да, блядь. Тебе нравится, да? Сосни хуйца. Сосни хуйца! Сосни хуйца! Быстрее, Гарс! Рай ждет между этих ножек с плаката!
ранение тут было, кстати, давай. О, боже мой, о, боже мой, о, боже мой, о, боже мой, о, боже мой! Заснихуйца! 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 Не, ну это капец. Это невозможно, подожди. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! Получай! Получай! Да, отлично! Засни хуйца! Заснихуйца! Тебе нравится, да? Вот так, отлично! 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 Ну давай, ты что делаешь? Ой! Yeah! Oh, yeah! Ой, блин! Да, блядь! Нет, ну это пипец! Надо прицелиться точно ему прям в глаз. А как я это сделаю с таким прицелом здесь? Надо с ума сойти тут. О, боже мой, 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 о, боже мой! Отлично! Получай! Ну что ты будешь делать? Получай! Получай! Вот да, отлично! Получай! Тебе нравится, да? Заснихуйца! Да, отлично! 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 Заснихуйца! 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 Ой! Да, блядь! Заснихуйца! 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 Отлично! Заснихуйца! Получай! Отлично! Вот так, отлично! Да твою мать! Я вам чё тут, блин? Это капец какой-то. О, боже мой, о, боже мой, о, боже мой, о, боже мой, о, боже мой!
Да, отлично. Отлично. Засни хуйца. Получай. Да, блять. Получай. О, е. Тебе нравится, да? Да. Получай. Тебе нравится, да? Да, отлично. Отлично. Отлично! Получай! Сосни хуйца! Сосни хуйца! Нет! Сосни хуйца! Сосни хуйца! Ты долбанутый прицел! Отлично! Засни хуйца! Получай! Отлично! Да! Да, отлично! Это пиздец какой-то, смотрите! Получай! Где там? Да, блядь! О, е! Стой, зараза! Отлично! Получай! Получай! Тебе нравится, да? Вот да, отлично! Тебе нравится, да? Засни хуйца! Засни хуйца! Засни хуйца! Засни хуйца! Засни хуйца! Вот как я должен тут? Да, отлично! Засни хуйца! Брендели, что ли? Отлично! Какой-то дул... Невозможно тут так. Тут надо... Я не знаю, что делать. Тут надо... Я не могу за всеми уследить. Тут просто хреново туча. О, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! О, боже мой! Получай. О, е. Тебе нравится, да? Получай. Тебе нравится, да? Да, блядь. Вот да, отлично. Получай. Какого хрена не... Отлично! Отлично! Да, отлично!
Отлично! Получай! Соснихуйца! 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 Отлично! Получай! Вот так, отлично! Получай! Получай! Не стой! Отлично! Получай! Да ты чё не попадаешь? Да, блядь! Отлично! Не, ну извините, но это уже плоско какой-то. Отлично! Тебе нравится, да? Тебе нравится, да? Соснихуйца! Ой! Соснихуйца! 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 Где там еще? О, фух. Так. Я так понимаю, будет еще третья такая тут база, да? Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! Я так понимаю, будет три, да? Теперь тут еще даже, смотрите... Соснихуйца! 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 Подаешь ты? Вот так, отлично! Соснихуйца! Получай! Отлично! 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 Получай! Получай! Где там? Чай. Тебе нравится, да? Тебе нравится, да? Соснихуйца! 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 Ое! Да, блядь! Соснихуйца! Да где? Где, говорю? Тебе нравится, да? Соснихуйца! 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 Ое! Отлично! Отлично!
получай! Отлично! Получай! Получай! Да! Вот да, отлично! Да, блядь! Отлично! Получай! Тебе нравится, да? Соснихуйца! Как герпес? Не то чтобы я знал точно. Ломанос. Смотри-ка, мы плоские, как бумага. Как будто попали в какой-то кукольный театр. Никто со мной играть не будет. Что еще за херня? Как играть? А ну это понятно. Что за херня, блин? Подожди. Сделай по... Ой, стрелять по красному. Просто. Посмотри-ка, мы плоские, как бумага. Как будто попали в какой-то кукольный театр. Никто со мной играть не будет. We'll be right back.
логика? Мы плоские, как бумага. Как будто попали в какой-то кукольный театр. Никто со мной играть не будет. Thank you.
пипец. Делаю как надо, блин. Он не спускается, хотя там есть эта маленькая эта решетка или какая там называется. Туда просто не спускается и все. Проехали. Thank you.
Это хрень, как она там называется? Это вот нахрен не может, ну, в смысле, как вот, вот как вот. Дом-то!
нету прохода туда вообще от слова совсем. Я не знаю, ну он не поворачивает, ничего не делает. Я вообще не понимаю, что тут делать, тут нету прохода, чтобы повернуться туда. Как повернуться-то туда, на эту сторону, на другую сторону? Он не поворачивает просто и все. Не могу на это никак повлиять, в принципе. Пошли вы нахер, а? Серьезно, подождите. Что же это за дурдом-то? Нереально тут. Значит, надо видео смотреть, как это делается, потому что я просто в душе не чай, как тут это, ну, как тут это проходить. Серьезно, тут нет никаких вариантов. Так, ребят, в общем, я тут понял, как это проходить, только не факт, что я
с первого раза тут все сейчас пройду, потому что тут довольно такой специфический, в общем, способ это всего прохождения. Сейчас я вам покажу, если кто не знает. Я тут, у меня игра светила с того момента. Я даже начал заново. Все так же просто. Так. Вот. Я бы ни за что не догадался, если бы не посмотрел. Вот смотрите, сейчас я. Через одно место тут сейчас сделано. Нет, я уже тут не смогу так это сделать. Придется. А хотя. Нет, ничего не смогу смотреть. Так, ну тут еще есть. Возвращайте мне нормальный геймплей, я уже так не могу. Ну ладно, хоть сохранение. Библиотека? Трудно поверить, что эта певичка-дьяволица хоть раз открывала книгу. А это еще что за херня, блин? Эта шлюха хочет выяснить, хватит ли у нас пороха пойти за ней. Ну, думаю, я могу так держать. Тише, Джонсон. Держись бодрее, у нас гости. Угроза повышается. Парни умеют телепортироваться. Посмотри на трещины в этих пробках. Они просто умоляют, чтобы я разнес их на куски. Ты? Подожди. Да ты, блин, издеваешься, что ли? Давай быстрее.
нахрен меня. Нахрен. Идеально. Теперь наша очередь устроить среди них резню. Да вы с ума сошли, что ли? Они еще и так делают. Охренеть. Ладно. Библиотека? Трудно поверить, что эта певичка-дьяволица хоть раз открывала книгу. Знаете что? Эта шлюха хочет выяснить, хватит ли у нас пороха пойти за ней. Ну, думаю, я могу так держать. Тише, Джонсон. Держись бодрее, у нас гости. Угроза повышается. Парни умеют телепортироваться. Посмотри на трещины в этих пробках. Они просто умоляют, чтобы я разнес их на куски. Зачетно. Неси эти пробки своим горячим стояком. Знаю я сейчас. Теперь наша очередь устроить среди них резню. Погнали! Эта сучка-певичка должна привести нас прямиком к Поле. Зачем вообще адским мартышкам строить библиотеку? Ты что, забыл о тех книгах, которые мы находили? Демоны любят лихо закрученные истории, совсем как люди. А какая твоя любимая демоническая история? О, это просто несокрушимая охотница. Так, стоп. Thank you.
Так, я тебя что так эксплуатирую, что ли? Это был засранец. Или я его пинком убил нахрен.
уверен, в постели она огонек не стремись, она нас уничтожить. Так, к слову. Нам нужно найти способ перебраться на другой балкон. С помощью лайтшота мы могли бы переставить эти полки и сделать мост. Ну, я так и делаю, только как переставить, то каким образом? Вот. Мне вот интересно. Нужна хотя бы как какая-нибудь, не знаю, лестница. А, о. Подожди, стоп, нет. Нет, стоп. Понимаю, а какой мост, вот как я его должен поставить.
Ох ты ж, блядь. На чем я остановился? А, да. Охотница нанесла оскорбление владыке мертвых. И его глаза засверкали. Кто-то говорит от гнева, другие от страсти. «Ты храбрее других охотников», — сказал он. «Но даже гордость женщины можно сломить». Затем был ураган из стали и красных брызг, когда обе руки охотницы отделились от ее тела. Она закричала. Из глаз покатились слезы. Никогда она не испытывала такой боли. Но ее невозможно было удержать, и она продолжала наступать на своего противника. С дьявольской улыбкой владыка мертвых одним движением отсек охотнице ноги. Раз и все. Взмах. И все. Она вновь закричала от боли, когда ее тело обрушилось на пол. Она ощутила на себе его дыхание, когда он приблизился. «Я бы мог взять тебя здесь и сейчас!» Кулаки на отсеченных руках сжались в попытке сопротивления. Сквозь слезы она ответила. «Ты можешь меня взять, но никогда меня не получишь!» Нихера себе вштырило. Ох ты ж, блядь. Теперь мне надо еще две штуки. Ха-ха-ха.
кажется. Так, улучшение доступно. Давайте. Вот так сделаем. Вот. Thank you.
сейчас. Опять это слышишь? Прекрасно. Опять эти клоуны. Взрываете пробки. Идиотизм. Называется, знаешь, да? Мало того, что он не попадает, ни хера в эту. А, у меня еще и это пустое, охренеть. Ну, тогда я сейчас потрачу деньги на это. Тогда, сейчас жить думаю. Да. Опять эти клоуны. Взрываете пробки. Нихера себе вштырило. Давай.
зараза. Что и зараза? Ha ha ha!
Так, у меня улучшение. Там что-то открылось, но я не могу. А, вот он. О, все, сохранение. Давайте, ребят, пока на этом закончим. В следующей серии в общем-то продолжим. Всем спасибо вам, ребят, большое за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока-пока. Скоро увидимся. Всем пока, ребят.